На совещании были подведены итоги финансово-экономической деятельности агропромышленных предприятий Чистопольского муниципального района за последние 6 месяцев. На повестке дня вопрос о своевременной оплате труда обсуждались не только перспективы, но и проблемы, которые могут привести к убыткам. Каждый из выступающих поделился своим докладом и ответил на интересующие участников совещания вопросы. Сегодня совещание, учеба. Желаю вам, чтобы вы плодотворно поработали. Для нас на всех сейчас горячая пора, больше кормозаготовки, напряженные моменты. Но, тем не менее, такая учеба она необходима. Семинар совещания, мы рады, что он именно проходит на Чистопольском районе. Вам плодотворно поработать еще раз. Успехов во всем. Ваши результаты, финансовая деятельность очень влияет на нашу работу. Потому что, если не будет экономики в сельском хозяйстве, значит, мы опять получим убытки. Поэтому, коллеги, я вас еще раз поздравляю с этим мероприятием. Проблемы, связанные с документооборотом сельхозпредприятий, со своевременной сдачей отчетов и многими другими рабочими моментами обсуждались с представителями агропромышленного комплекса республики. Очень сильно к этому подходит. На уровне президента за документооборот, за просрочку, скажу, просрочку, придется министру вставать и краснеть. Просьба к этому очень серьезно отнестись. И краснеть одно, увязали все с зарплатой, срезают зарплаты. Один отдел в сельхозе не отчитался правильно, наказывает все министерство.